Тань на замечательном, но очень еще уютном и комфортном стадиончике. Стадиончик под названием Stade de Redourou топчет газон. Сойтись лицом к лицу в матче с самым непримиримым. Самовниманию, дорогие друзья. Да, Неймар стал на десятки, а то и сотни миллионов баксов. Первая игра за Суперкубок Испании. Здравствуйте, добрый вечер. И появление Де Ла Фео в сегодняшнем матче. И тоже потому, что сейчас все основное внимание это составом. Про Жерарда Де Ла Фео ты правильно подметил. Копилка переполнится. Вот таким мячом замечательным красава игра. Гаррет Бейл 11-й, Карим Бензема 9-й. Зиндин Зидан главный тренер. Какая ошибка Тер Штегена. Вот сейчас Ковачич играет все более важную и важную роль. А это передача на Луиса Суареса. Здорово, он меня здесь выцепил. 10 минута матча, 0-0 пока в первом классе. Ковачич персонально играет по Месси. Алеш Видаль здорово сейчас получил мяч, входит в штрафную, передача. И здесь новичок еще один команду пополнит. Иско! Удар, блин, составляет 40 миллионов евро. И завтра должны об этом объявить. Чич рядом с ними сейчас безупречно играет в подкатисе. А здесь уже подкат не безупречно. Рикардо де Бургаса Бонгуиче. Как всегда, Серхио Рамос. Ну вот, Серхио, я так понимаю, Бускетс говорит. Вопросов никаких, конечно, абсолютно. Казимиро вообще практически в каждом матче выходит с желтой карточкой на поле. Ну и а то сейчас уругвайец также подходит. Хотя мы знаем, что и Суарес здорово исполняет штрафные. Бьет Месси. Над перекладиной, но, как кажется... Смотря на отсутствие голевых моментов, вот, что они не сыпятся один за другим на наши неподготовленные головы, пока... Домашний заготовка. Посмотрим, что есть сейчас. Подача! Рукой. Жерард Пике сейчас... Благодаря действиям Пике и... Рядом есть Казимира, получает он мяч, удар поворотом, Казимира забивает большим праздником. Хотя для первого матча профессионала нормально, наверное, прострел Месси, и опять Ковачич рядом с ним. И Ковачич хорош. Успевает, здорово, конечно, место разрезала. Этой передачей, ну, в Зидановой голове, наверное, одна из центральных. Иско! Все, опа, какой момент. Барселона была очень близка, чтобы переманить Иско из королевского клуба в столицу Каталонии. На ногах, ну а вот Иско легок, как бабочка. И порхает Иско по полю. Классный момент. Побежали два игрока сборной Испании. Альба против Карвахаля. Альба дальше на Суареса. Там французский защитник вперед. Де Ла Фео, хорошо, Иньеста, дальше в касание через Суареса, Альба, подача. И Барселона... Вот хороший кадр, все-таки извиняется лишний раз сейчас перед Иньестой, Карвахаль за тот фолк.